Силовая катана, силовая кара, маска разумная и силовая лиса. Ну, в принципе, неплохо. Силовая крива, как я и думал, под хилом. Но это будет больно. Это будет больновато, Рион. А Мойра там тоже силовая. И катана силовая. Там все силовые. Бля, сюда бы моего дефового этого турка разумного. Было бы больно команде противника. Во-первых, они бы меня не пробивали, потому что я 250 плюс процентов дефа бы закрыл. Я увидел, Наташа, ВКонтакте твое сообщение. Спасибо за гифки. Катану нашли немножко. Выбили из нее банку. Но она, по идее, поживет. У них нет никакого дизейбла, чтобы ее зацепить. Кроме станок катаны. Ладно, нормально, по одному крипу с жабой разделили. Будем просаживать жабу, если она борзеет. А перебивание флага я считаю борзотой. Давайте выкачиваться через стабилку, пока не буду пассивку закрывать. Блять, мимо жабы проехал. Попробуем так. Со стабилкой мне будет проще играться. По идее, кота на верхнем лесу вряд ли. Фу, это было очень близко к таверхиту. Пиздец, я испугался. Надо закрыть сейчас стабилочку, и можно будет крипа жабу точковать. Бля, стабилочку, плиз. Все, теперь крипы по мне не дамажат. Из хороших новостей. Из плохих, у жабы запущенная линия, она может меня хукнуть в любой момент. Но она закрыла пассивку на монорек. Будем потихоньку ее напиливать, продолжать. Я вижу катана на миду в сторону меня двигается там. Меня это немного настораживает, если честно. Так, ну и теперь главное не подставляться под хуки. Пока еще не закрыла жаба, ладно. Моя команда заходит на жабу. И... Зачем, брат? Зачем ты стилишь? Я же специально выжидал, чтобы дать подкат в самом конце. Ладно, в любом случае, закрываем теперь, чтобы потом выйти на сет 15% реса. Или нет? Бля, сложно. Ладно, давайте на... вот так сделаем пока. Пассивку и активку. Я такой же логики придерживаюсь счет. Жесть. Поймал маслину. У меня там банки нет, а то я уеду сейчас. Да блять. Дайте хоть потрогать ее за жопу, так сказать. За жепу, жабу тупо пощупать на ганге.
Ладно, пока ульту. Боковых репов тоже. И что? 159? А, это топор сжал. Я подумал, это толстый крип перед смертью мне повесил. 159, думаю, нихера себе. Фух, нормально. Это было близко. У нее наебали написано, что она хочет меня скушать. Но пока нечем кушать. Пока только облизывает меня. Ладно. Что дальше? Что дальше? Пятнадцать проворства за сколько там прайма стоит этот талант? Ебать. Я вроде за крипом стоял, а вроде бы она попала хуком. Все равно. Что делать? Ну теперь она меня съест. И как быть? Надо ждать, пока хп порегенится, наверное. 35 в секунду вроде. Хотя я второй кнопкой себе срезаю хп постоянно. О! Спасибо. Еще раз дамажил. Но он у него на лице написано, хочет меня скушать. Ну, бля, я не хочу умирать. Давайте стабилку дальше закрывать. Странно, почему он не пытается меня хукнуть? Сейчас был хороший пак крипов. Так, ладно, я пока без ульты не буду наглеть на него. Зачем ты с маленьких уровней жмешь второй скилл пока, да? Потому что я нахожусь на РЗ, и у меня реген за пару секунд перебивает нажатие второй кнопки. Ну, находился, вернее. Когда у меня 35 регена, а второй скилл жрет, по-моему, 10% хп. Я регеню, получается, за 2 секунды потраченное хп. Блять, у меня не было закрыто... Апнутая ульта, это плохо, потому что жабе зашел килл с меня. Был бы закрыт ап, я что-то протыкал этот момент. Катана неплохо протанчила тавр. Тут моя ошибка, я не законтролил апнутую ульту. Как тебе комбинация двух ультимейтов жабы, типа глотай и беги? Чего, блядь? Что значит комбинация двух ультимейтов жабы? Так, кара. Намана. Как кара живет при таких, при таком огромном паке крипов? Жесть. Я не обратил внимания, там ее что, жаба засейвила, типа тем, что съела или что? Давайте анти-ТП выучим. Ой, сапом пятую строку так приятно дамажить.
288, ну... Пока небольшой урон, но это учитывая, что я закрыл стабилку. В принципе, если бы я был full stat, сейчас бы тавр уже упал. Что если не закрывать full stat стабилки? Не, все-таки закрою. И через криты можно выйти на шестую, наверное. Или как? Или лучше... А чё она хук не нажимает? Я тут задетектил что-то интересное. Да я знаю, что я мог закрыть апульты, когда жаба меня убивала и т.д. Я об этом сказал, если что. Или через шары закрыться, полный стат, а потом закрыть криты. Я закрою хитру после шестой и четвертой строки. А сейчас я могу просто вот так вот в кузика зайти. Такой, добрый день. Так. Соляра нахуй. Закрываем больше мейнстата. Не, ну вот когда маски в катке нету, приятно играется на турке. Прям вообще нормально. Когда тебя, блядь, не шотает эта ебала с одной кнопки. Особенно когда ее прет на криты. И она даже без ульты тебя шотает. Это вообще забей. Как резко урон повышается, когда учишь шестую строку. С 500 до... Вон, криты по 1000 уже. Ебать. Это я еще без сета на криты. Там криво что-то ко мне смещается, но... Че толку? Давайте мы к ней сместимся. Тут как раз хилочка такая сочная бежит. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту. Закрываем криты, теперь у нас большие циферки. И криво, скорее всего, сюда смещается. Потому что ее не видно. Давайте, наверное, мид. Сейчас я могу танковать все Т1, ну вообще без проблем, по идее. У меня почти 100% дефа и стабилка. Бля, криты закрыл, а критов нет. Мда. Критов тупо нет. Лол. Нормально. Перейдем решать вопросик на верхней линии. Ну и как, стабилка нужна? Ну, вроде. Ого, да за что? Маска убьет ее? Нет, не убьет. Нормально, криво приехала. Ну, да, стабилка нужна. Ну, в моем понимании нужна, потому что я хз, как люди играют без стабилок. Ебать. Да за что? Стой, сука!
Ладно, нет, под Т3 рановато. Можно вон Т2 спушить наверху. Или я не осилю Т2. Давайте посмотрим. По 270. Неплохо. Какой тут дает больше статов? Помнится, мне челик соло забирал дракона на 21 уровне. Давайте попробуем, что там по дракону получится. А, ну дракон, да. Дракон вообще легко забирается. Или нет? Да, нормально. Очень легко забирается дракон. Даже без глифа. Если лутануть глифчик и на дракона с глифом прийти, там под каким-нибудь стримлом, я думаю, можно и на 22-м его забрать. Байтим их на бот, а команда пропушит верх и мид. Они все равно на меня сейчас тянутся фул команды. Или нет? Но так всегда. Да за что, сука, выплюнь? Но все равно, видите, типа не танчит. Будь у меня оплот, нормально было бы. 20-й турка в разум, соло забирает дракона. Ну, блять, за полчаса, конечно, он может закрыть дракона. Речь идет о том, чтобы забрать его соло быстро, чтобы команда противника не успела понять и стянуться, типа. Понятно, что куча есть героев, которые, блять, при идеальных условиях. Душелов может забирать дракона, но ему понадобится полгода. Там, на 21 уровне. Типа, речь идет о том, чтобы забрать его максимально быстро. И 22 уровня турок под глифом с этим справляется неплохо. Я люблю твой украинский, когда ты говоришь «Ара, взрывай». Вообще-то это не украинский. Блядь, куда можно ТП дать? Нигде разной земли нету. Что леса творит? Ебать, там светляки. Брат за брата. Так, 24 уровень. 26 вернее. Ожидайте нахуй. А, ебать, а как это контрить, я извиняюсь. Она просто ультой меня откинула. Еще этот ебучий эфир. Не могу 26-м турком закончить игру. Я хуй знает, зачем она дефает, когда у нас перефарм 20 кусков с лишним. 25 кусков. Я не знаю, зачем она дефает. Она, наверное, надеется на победу. Но это тупо неадекват на море. То есть бот никого не интересует, надо на меня сместиться толпой, да? Ладно. Ну тогда минус бот. И минус ебальники от кары. Тут как бы два из... Одно из двух, вернее. Ставя плот, надо жить. Не уверен, что плот нужен. Когда депрессия, смотрю профа, когда скучно, смотрю профа, проф лучше помогает от депрессии. Ну, я рад, что я кому-то полезен.
Мне кажется, или есть рассинхрон звука? Да нет, нет такого. Тебе кажется. Вот ТП-шечка сейчас бы не помешала в шестой строке, просто взял туда ТП, дал и все нормально. Отсутствие ТП-шечки в лейтгейме, конечно, накаляет. Неплохая игра, нормально. Нормально. Силовая криво под хилочкой не вкерила, к сожалению. А у меня тем временем топ фарм карты. Хорошая игра, мне понравилась. Наверное, для ютуба скажу пару слов. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. Билды. Циферки. С вами был Проф. Пока-пока.